Доброе утро, Ксюша. Этой ночью в городе были опять обильные снегопады. И иногда такое ощущение, что по дворам идти намного проще и передвигаться намного проще, чем по центральным улицам. Такое ощущение, что ими хоть кто-то занимается, дворники-то местные, а вот центральными улицами вообще никто. Очень много снега и сплошные сугробы. Сейчас, кстати говоря, по моим ощущениям, в районе -2, -3 градусов по-прежнему идет, ну, уже не такой сильный, но все-таки снег. И периодически опять же налетает ветер юго-западного направления. Синоптики говорят, что такая погода останется на протяжении всего сегодняшнего дня. То есть периодически будет идти снег и будет ветер. А температура останется на прежнем уровне. То есть, опять же, как и вчера, настоящая хорошая такая зимняя прогулочная погода. Главное, чтобы почистили улицы.